Новая трагедия в Египте. На Синае открыли огонь по гостям свадьбы. 12 человек погибли, другие ранены. Атаку устроили в разгар торжества предположительно боевики местной группировки, связанной с ИГИЛ. На этом фоне в стране продолжается расследование другого ЧП. Обстрелы местными военными, группы иностранных туристов. Погибли 8 граждан Мексики и 4 местных гидов. Среди раненых – мексиканцы и гражданка США. В западной пустыне, недалеко от границы с Ливией, под огонь попала экскурсионная колонна. 22 человека на 4 машинах. Военные в том районе проводили спецоперацию по ликвидации банды исламистов. И, как утверждают власти, эта местность была официально закрыта для гражданских. Туркомпания повезла своих клиентов туда без необходимого разрешения. Военные приняли внедорожники за колонну террористов и открыли огонь на поражение. Для расследования создали специальную комиссию из представителей разных ведомств.